Елоховском соборе. Богоявление Господне завершилось. Церемония прощания с министром образования и науки, супругом Дианы Гурцкой, Петром Кучеренко. Проститься с ним пришли близкие, друзья, коллеги и представители шоу-бизнеса. На Лолите Милявской не было лица. Марк Тишман пришел с букетом цветов. Юрий Аксютов молча проследовал в храм. Все, кто захотел проститься с Петром, принесли тысячи цветов. Возле гроба Диану Гурцкую и мать Петра Кучеренко поддерживали за руки. Рядом стоял сын Константин и брат певицы Роберт. Когда церемония прощания завершилась, гроб понесли сотрудники ритуальной службы. Следом выходила мама Петра Кучеренко, придерживаясь за руки близких. Сама Гурцкая скрылась от камер под черными зонтами и направилась в черный микроавтобус вместе с братом Робертом. Похоронят Петра Кучеренко на Троекуровском кладбище, вдали от звездных персон. К траурному залу прибыли сотни людей. Первыми на гражданскую панихиду пригласили семью Кучеренко. Диана Гурцкая вышла из автомобиля, также скрывшись от окружающих под зонтами. Сотрудники выгрузили из машин цветы, которые привезли на прощание с Кучеренко. Их было очень много. Рядом с места захоронения подготовили столы для поминок. Могилу установили венки. Венок в память а Кучеренко прислал из супруга экс-президента Дмитрия Медведева Светлана. К месту погребения доставили десятки венков от Союза педиатров России, главы республики, Башкортостан, бизнесмена Тамаза, Самхишвили, Министерства науки и высшего образования РФ и коллективов вузов Москвы. Петра Кучеренко похоронили с почестями. На Троекуровское кладбище прибыл военный оркестр. Похоронен он на новой территории Троекуровского кладбища на 34-м участке. Вся его могила усыпана венками и букетами цветов. Светлая память